Всем привет! Вы на канале Control Tech, меня зовут Артем, и сегодня у нас на обзоре царь монитор, а именно Asus ROG Strix XJ43UQ, который идеально подходит для Next Gen консолей и для ПК бояр. Поехали! Проверить цену монитора с таким дерзким позиционированием нам поможет e-каталог. Как видим, минимальная его цена составляет 51 500 гривен или 140 тысяч рублей, что, конечно, превышает любые ожидания от цены монитора. Интересно также то, что согласно динамике средней цены, сейчас самые благоприятные условия для приобретения данного монитора. Раньше его цена была выше минимум на 10%. А если искать конкурентов хотя бы похожих по параметрам, то в соответствующем ценовом диапазоне с диагональю более 40 дюймов и поддерживающих 4К разрешение, нам выдало лишь монитор от Philips на 55 дюймов, а это уже полноценный телевизор. Говоря о телевизорах, наш испытуемый тоже на него очень сильно смахивает. Все же 43 дюйма это 43 дюйма. Думаю, у многих телевизор либо такой же, либо даже немного поменьше. Данный монитор точно не подойдет, чтобы за ним сидеть за обычным компьютерным столом. Во-первых, он занимает много места, как на креплении в виде металлической треноги, так и на стене, поскольку он довольно толстый. Во-вторых, для того, чтобы охватить весь экран, на привычном расстоянии придется много крутить шеей, что абсолютно не здорово. Спереди у монитора средней ширины рамки из пластика черного цвета. Сзади же белая рельефная панель в фирменном стиле ROG. Все разъемы для подключения монитора, элементы управления в виде джойстика и кнопок, съемная подсветка и та самая металлическая тренога, за которой скрывается крепление веса 100 на 100. Подставка, к слову, позволяет регулировать только угол наклона экрана от минус 5 до 10 градусов. Под каждой ногой подставки расположены резиновые ножки, и они помогают монитору очень надежно стоять на столе. Кстати, распаковку этого чудо-зверя мы уже закинули в наш Instagram, поэтому не стесняемся, переходим по ссылке в описании, подписываемся и обязательно комментируем, как он вам. Как и у телевизоров, разъемы в данном мониторе разбиты на две группы. Одни с быстрым доступом сбоку, другие снизу. К первой группе относятся два порта HDMI 2.0, USB-концентратор на два порта USB 3.0 и два мини-джека для наушников и микрофона. Вторая группа в идеале прячется за декоративной крышкой, так как обычно туда лазят один раз. Здесь есть два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, разъем питания и порт microUSB для подсветки. Подсветка, кстати, меня не впечатлила ни видом, ни способом подключения. Технические характеристики Asus ROG Strix XJ43UQ – это то, чем он привлекает больше всего. Его VA-панель размером 43,4 дюйма имеет матовое покрытие, разрешение 4K и WLED подсветку. Битность матрицы указана как 10, но стоит помнить, что это 8 плюс FRC. Плотность пикселей составляет около 112,5 ppi. Дисплей обладает расширенным цветовым охватом, покрывающим 90% пространства DCI-P3, 84% Adobe RGB и 125 sRGB. Максимальная частота обновления составляет 144 Гц, а минимальное время отклика пикселя 1 миллисекунда при использовании технологии повышения четкости Extreme Low Motion Blur и разгона матрицы. Максимальная заявленная яркость составляет 750 кандел на метр квадратный, а пиковое значение 1000 кандел на метр квадратный. Монитор соответствует стандарту Display HDR 1000. 144 Гц по DisplayPort, ну это конечно хорошо, но вот 120 Гц в 4К при подключении по HDMI 2.1 это момент торжества для обладателей новеньких игровых приставок от Microsoft и Sony. Игр, которые поддерживают такой режим, к сожалению, немного, но они есть и их будет становиться лишь больше. Также данный малыш поддерживает самую продвинутую версию AMD FreeSync, а именно AMD FreeSync Premium Pro. Так что о разрывах картинки на данном монике можно забыть. Он также совместим с технологией G-Sync и видеокартами NVIDIA.
У него просто нет чипа G-Sync. Еще стоит упомянуть технологию Display Stream Compression, которая помогает передавать картинку по DisplayPort без потери качества. Помимо всего прочего, в монитор встроено два аудиодинамика по 10 Вт, которые по качеству и громкости вполне себе хороши. Матовое покрытие экрана отлично справляется с бликами и отражениями и особо не добавляет зернистости. Картинка Asus ROG Strix XJ43UQ в целом оставляет только положительные впечатления. Запас яркости очень высокий, а цвета насыщены и отображаются корректно. Контрастность также на высоком уровне. Углы обзора характерны для VA-матриц, и при отклонении по сторонам будет заметен более теплый оттенок, а также черный цвет становится более серым. Но вот в обычном положении черный цвет отличный. Он глубокий и равномерный. В темном помещении от полностью черного экрана будет исходить лишь едва заметное свечение. Но несмотря на сертификацию HDR10000, это панель с боковой а-ля торцевой подсветкой, а не с сеткой зон локальной подсветки по всему периметру панели. Поэтому о настоящем HDR говорить нельзя. Но все равно контент в этом режиме очень и очень хорош. Не в последнюю очередь благодаря высокой контрастности. За свою стоимость этот монитор должен был стать чем-то особенным. Но стал ли? И да, стал, но есть одно но. Сложно понять, для кого он. Если ты киберкотлета, ты будешь играть за столом на мониторе поменьше, да, побыстрее. Если хочешь играть на диване, то наверняка лучше взять 120 Гц OLED телек, да побольше. А это что-то между, действительно особенный случай. В целом Asus ROG Strix XJ43UQ обладает фантастической контрастностью, высокой яркостью и насыщенными цветами, а также очень быстрой панелью, как для 43-дюймового монитора. Я получил массу удовольствия, когда играл на данном мониторе на PS5, и если тебе такой размер по душе и ты уже знаешь, как именно будешь его использовать, не вижу причин его не рекомендовать. Большое спасибо за просмотр, не забывай подписываться на канал, ставить свои лайки и писать побольше комментариев, потому что в последнее время YouTube почему-то не продвигает наши видео. И как ты можешь видеть, на последнем, предпоследнем и предпредпоследнем видео у нас очень мало просмотров. Поэтому поддержи Control Tech. А с тобой был Артём. До встречи в следующем видео. Пока-пока.